Сегодня в программе. В итоге я нашла некое агентство, которое предлагает снять ролик для взрослых. И если он занимает какой-то высокий рейтинг, то нам платят огромные деньги. Супруги Моргуновы прожили в браке 17 лет, и ничто не предвещало беды, пока Николай не застал свою жену в объятиях соседа. Оскорбленный мужчина решил подать на развод и утверждает, что никогда не простит измену. Но Валентина Моргунова заявляет, что муж все не так понял. Чем на самом деле жена и сосед занимались в отсутствии мужа, узнаем в зале суда. А меня потом бросил и сбежал с моими деньгами. По-хорошему, надо было в полицию заявить. Но мы же все дуры, мы верим в любовь, что нас любят. И не замечаем, что нас используют. Супруги Петр и Мария Герасимовы прожили в законном браке всего 1,5 года. И вместе растили удочеренную девочку Нину. Сейчас мужчина подает на развод и хочет оставить ребенка с собой. Мария согласна развестись, но девочку отдавать не собирается, так как считает, что Петр хочет заполучить квартиру и деньги Нины. С кем же суд оставит богатую 10-летнюю наследницу? Слушается дело по иску Моргунова Николая Васильевича к Моргуновой Валентине Андреевне о расторжении брака. Ответчик с исковыми требованиями не согласна, но выдвигает встречный иск о назначении алиментов на содержание общего несовершеннолетнего ребенка в размере 25% от доходов ответчика ежемесячно. В зарегистрированном браке 17 лет, общий несовершеннолетний ребенок Тимур, ему 17 лет, спора об определении места жительства ребенка нет. В случае развода по предварительной договоренности супругов сын остается жить с матерью. Спора о разделе супружеского имущества также нет. Николай Васильевич, вы причину развода сразу назовите. Ваша честь, моя жена Валентина мне изменила. Я хочу с ней развестись. Наш общий сын будет жить с матерью. Имущества у нас нету, да, которое можно разделить. Жена, квартира жены была, она была добрачная. Ваша честь, я развода не хочу. Я хочу, чтобы наш общий сын Тимур получал в течение года алименты. То есть 25% от дохода супруга. Ну, давайте сначала разберемся с отношениями. Что у вас произошло-то в семье? Ну, что, ваша честь, смотрите, по касаемо алиментов, да я буду, естественно, платить. Я в первую очередь мужчина, естественно, я буду платить, с этим все хорошо. Но просто жить с ней я больше не могу. Я ухожу домой из дома, да, по делам там, в гараж, возвращаюсь раньше обычного, обещанного, и вижу, как моя жена занимается любовью с нашим соседом Петром. Мало того, что они занимаются этим, они все это делают еще и на камеру. А после я узнаю, что это вообще далеко не в первый раз было. Да простите, но вы поговорили с супругой, зачем она это делает? Да, она мне начала нести пургу какую-то, касаемо того, что там денег, долга. Именно так. Хотя она не безработная. Она является руководителем женского хора народной песни в Доме культуры. Ну и, кстати, вот там одна из теток, которая в этом хоре участвует, как раз наткнулась на этот ролик в сети и опознала. Простите, там... То есть еще это видео выкладывается в сеть? Да. И ваше окружение еще об этом знает? Все знают об этом. И вот эта женщина, она и узнала там мою жену, да, и по халату, по ковру, который висел на стене. И соответственно, она донесла это все до руководства Дома культуры. Благо, ваша честь, что они, вот сосед и моя жена на этом видео, благо они в масках хотя бы были. Лица не было видно. Ну и, соответственно, мою жену с позором уволили с Дома культуры. И теперь весь поселок знает, что у нас творилось дома. Понятно. Валентина Андреевна, ну это как-то действительно уже через край.
Ваша честь, я не изменяла ему. Честное слово, это все было просто на камеру. Я вам сейчас объясню, что объясните, вот какой ужас за наши... На камеру, как когда готовят и делают какие-то видеоролики, я понимаю, но женщина на камеру занимается сексом. Ой, нет, это все было не по-настоящему. Так объясните. В общем, я рассказываю, как мы докатились до такой жизни за 17 лет. И я прошу тебя, Коля, меня развратницей не называть. Это все сделано ради тебя, Коля. Понимаешь, вы понимаете, такая ситуация. Мы за последние вот полтора года попали в жуткую ситуацию. Муж, наконец-таки, вечно безработный, устроился на эту работу. Я прям рада, просто нарадоваться не могла. Вот, и устроился он водителем к очень богатому человеку. У него сеть магазинов продуктов питания. Так вот, этот горе-супруг буквально в нескольких месяцах разбил эту машину. Она была новая. Не застрахована, ее просто не успели застраховать. И как раз вот этот Кольцов, этот бизнесмен, о котором я только что говорила, он вменяет 2 миллиона рублей, чтобы мы отдали эти деньги. Понимаете, иначе он его убьет. И приходится продавать квартиру, которую мы совместно нажитое имущество наше. Ну, то есть вы поверили в эти угрозы, восприняли их как реальные? Да. Ну, конечно, он человек достаточно серьезный. Вот, и я вообще как представила, что мы будем с собственным сыном Тимуром бегать по вокзалам, каким-то ночлежкам, без средств к существованию, я просто испугалась. Вот, и я подумала, что вот надо, да, продавать эту квартиру свою. Она, причем у меня еще доля есть в материнской квартире. Вот, и потом бегала и по соседям, но, естественно, мне никто денег не дал. Потому что говорят, что денег нет. Угу. Скажите, пожалуйста, а ваш супруг никаких не предпринимал попыток расплатиться с долгом? Нет, он, конечно, предпринимал. Он ходил по собеседованиям. Ну, я не знаю, и работу пытался найти. И, ну, никак у него не получается. Я решила все взять в свои руки. Я стала искать в интернете, стала искать какой-то легкий заработок. В итоге я нашла некое агентство, которое предлагает снять ролик для взрослых, ну, то есть домашнее видео с размещением его, соответственно. И если он занимает какой-то высокий рейтинг, то нам платят огромные деньги. Вот. Но там одно условие такое было, что партнер должен быть без татуировок. А вон весь удел не на шее, Коля, весь в татуировках, поэтому я как бы его и, ну, не привлекала. Да он сам бы не пошел, честно говоря, на такие вещи. Нет, мне интересно, что это такое за ролик для взрослых? Я не совсем понимаю. Это, ну, да, секс-видео какое-то? Да. Ух, да. Ты! Ну, понятно, хороший заработок. Я решила использовать, так сказать, соседа. Вот. Ну, я хотела сохранить крайнюю какую-то секретность, поэтому я даже купила маски. Но еще был один вопрос очень важный. Где же проводить все это мероприятие? Вот. Потому что я изначально думала, что это будет как раз у соседа. Вот. Но у него больная старая мать лежачая. А у нас, вот, решила у нас, потому что пока Тимур будет в школе, Николай... Все время у нас где-то на собеседованиях. Вот, и, ну, я, честное слово, я не изменяла ему. Это вот просто было... Я даже в халате была, вы не поверите. Вот, я просто хотела это все дело ради сохранения нашей Тогда семьи. Тогда что же там за сексуальное видео, если вы в халате? У нас ничего все равно не получилось, потому что эта фирма оказалась кидалова. И, ну, вот я виновата. Я совершила просто настоящую ошибку. Вот. Но я все ради семьи, ради него, ради Коли. Просто старалась, понимаете? А вот, я бы хотела пригласить соседа нашего сюда. Который вот с вами в съемках хотел участвовать, но ничего не получилось, да? Ну да. Хорошо. Сосед ваш Никонов Петр Иванович, да. Все верно? Да. Да, он ожидает уже. Пусть проходит. Никонов Петр Иванович, пройдемте в зал сюда. Здравствуйте, Петр Иванович.
Петр Иванович, ваши соседи, супруги расстаются. Какое ваше мнение? Им стоит сохранить брак? Я думаю, конечно, стоит. У них отличная семья. У нас, ну, они любят сына. У нас с Валей чисто деловые отношения, ничего большего. У нас с ней не было никакой близости. Мы все это делали ради денег, потому что у Вали тяжелые случаи, у меня. Вот, и... У нее тяжелый случай, а вы зачем соглашаетесь на подобные съемки? А я вам скажу, у меня мать больная, и я тоже залез в большие кредиты, и я не знал, что мне делать, как выходить из моей ситуации. А тут Валя предлагает такой выход из положения. Я подумал, и да, я согласился, чтобы выйти самому из этого положения. Я очень переживала за сына, вы понимаете? Он охранник вот этого Кольцова. Он подкараулил меня, когда я пошла на работу, и сказал, что переживайте за своего сына, мол. Иначе, ну, фактически угрозы поступали. Вот, но мы... И вы даже не представляете, что Тимур испытал. Он очень переживал сильно, но мы ничего Коле не говорили. Я не могу понять, почему, если вы переживали не только за ваше имущество, но еще и за здоровье и жизнь ребенка, почему вы не обратились в полицию? Ну, долговые обязательства, да, в порядке законном это все решается. Ну, сейчас я вот вызову... Хочу попросить вас вызвать Тимура, моего сына. Я думаю, что он немножко разъяснит ситуацию. Да, ваш поможет сын... поможет меня немножко... Ваш сын Моргунов Тимур Николаевич явился, мы приглашаем его. Да ради нас, а все это уже... Моргунов Тимур, да. Пройдем в зал сюда. Тимур, здравствуйте. Скажите, как вы считаете, брак ваших родителей можно ли сохранить? Ваша честь, да, я очень хочу, чтобы они сохранили семью. Ведь, ну, на меня даже алименты не надо платить. И потому что я все-таки взрослый уже человек. Ведь мама всегда мне говорила, что главная семья, чтобы были близкие люди рядом. И чего? Отец теперь, вон, пытается нас бросить, чтобы у нас квартиру отжали. Вот, чтобы мы на вокзале жили, я не понимаю. Да, знаю я про эту историю с роликами. И ты знаешь, пап, какой я страх натерпелся, когда все это происходило? Ведь это ради тебя все делала мама. Тимур, скажите, пожалуйста, какие-то были обстоятельства, которые угрожали вашей жизни именно из-за долга, который был на отца? Ваша честь, да, были. Я вышел из школы, меня подкараулил охранник Кольцова, запихал в машину и повез в дом Кольцова. Он завел меня в какую-то комнату, приковал к батарее наручниками и сказал сидеть тихо, не орать, чтобы вообще ни звука не было, иначе хуже будет. Но я сидел очень долгое время, без еды, без воды, вообще без связи с внешним миром. Хорошо, жена у Кольцова добрая, увидела, нашла меня, заохала, мол, опять муж начал должников запугивать. Расстегнула меня, дала воды, успокоила, что вечером меня отпустят. Вот. Начала на мужа жаловаться, что он вообще жестокий и суровый человек. А вечером еще пришел Кольцов и говорит, передай, что твоей семье с долгом надо поторопиться. Передай это отцу. Я такой, ну, я отцу, естественно, ничего не рассказал. Я рассказал это матери. Она говорит, давай не будем отцу говорить. Он и так, мы должны беречь его. Он очень тонкая натура. Он будет нервничать. А я берег тебя, папа. И знаешь, мама тебя реально любит и делала все ради тебя. Кстати, знаешь, я могу тебе тоже помочь. Мне жена Кольцова часы подарила. Так я посмотрел, они 200 штук стоят. Ты возьми, продай их, как-то начиная накапливать. Я не хочу, чтобы мы, наша семья разрушалась. Я хочу, чтобы ты был с нами. Слушай, Тимур, вот давай так, мне не нужны часы. Вообще, с мамой оба как два идиота. Я вам сказал, что я решу вопрос. И я решил этот вопрос. Ваша честь. Я прошу позвать тебя в зал моего свидетеля, Алину Григорьевну Кольцову. Она расскажет вам, почему я должен развестись с Валентиной. Хорошо, нет возражений. Алину Кольцову приглашаем. Кольцова, Алина, да. Пройдемте зал сюда. Угу. Все решаете сами, бережете. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Кольцова Алина Григорьевна. Да, ваша честь. Как я понимаю, вы поддерживаете решение Николая Васильевича расторгнуть брак. Да, ваша честь. Я хочу сказать, что брак Валентины и Николая спасти нельзя. Пусть Валя не переживает насчет алиментов, Коля будет их платить исправно. И скажите, пожалуйста, а вот вы дочь вот этого Кольцова, кому должен Николай Васильевич, да?
Да, я дочь Кольцова, и могу сказать, что Коля приезжал к моему папе и хотел отсрочить долг, папа ему тогда отказал. Но да. Я когда увидела Колю первый раз, я поняла, что он именно тот мужчина, который мне нужен. Это не просто разовый роман, это любовь, по-настоящему любовь. И Коля, он выслушивал все, он погружался в мою жизнь. Я раскрылась Коле. Я рассказала Коле, как я потеряла мать в 14 лет. Рассказала Коле, что папа постоянно меняет жен. У него сейчас Даша 22 года. Она ему уже надоела. Он засматривает на 20-летних. А Коля меня поддержал и сказал не ссориться с отцом. Он очень чуткий человек. Вале очень повезло с ним. Жалко, что она его не удержала. Угу. Скажите, пожалуйста, а какие у вас дальнейшие планы с Николаем Васильевичем? Мы с Колей планируем переехать в Питер. У меня там есть небольшой дом, наследство, которое осталось от мамы, небольшой бизнес, пекарня, которая приносит хороший доход. И, Валентина, вы можете не переживать насчет долга. 2 миллиона я Коле отдала, и папа их получил. А, то есть вы своему отцу погасили за Николая Васильевича долг, 2 миллиона вот так прям вынули и папе отдали. Да, из своих накоплений. Ты что сделал? Я просто в шоке. Я спасала семью, я пыталась сохранить наш брак, я пыталась закрыть твои долги за твою эту тачку. А ты такое делаешь? Тебе сколько лет? Тебе 37 лет, у тебя семья. Ты зачем так поступаешь со мной? Валя, давай я тебе вот объясню раз и навсегда, чтобы закрыть весь этот вопрос. Чтобы весь этот вопрос закрыть. Мне просто надоело жить в этой нищете. Какой считать корыстный. Вот эти копейки. Корыстный. Где при этом ты меня постоянно презираешь. Нет. Вообще не веришь, вообще никак не вдохновляешь. Я для тебя вообще не мужчина. Она я ничего сделать тебе не могу. Пап, да она, ты можешь... подождите. Она меня вдохновляет так, как никто из вас не вдохновлял. Да что ты... Я влюбился в нее по-настоящему. И она меня любит. Для тебя, Валь, я неудачник. А для Алины... Для Алиночки, я принц. Это неправда. Я принц. Пап, да ты просто жжешь вообще, знаешь? Я раньше молчал, но сейчас скажу. Да, у меня был секс с женой Кольцова Дашей. Что? Да, вот чего? Так вот, представляешь? Чего ты сказал? Я сидел в кладовке, она пришла на кухню за вином, увидела меня. Ну, я говорю, можешь хотя бы посидеть со мной, поговорить там, просто по-человечески. Она... Пришла, начала на мужа жаловаться, что он любовницу завел, что у нее уже полгода секса не было с ней. Вот. И все это, собственно, и прошло. Прямо там, в кладовке. Она мне эти часы подарила. И я, и пап, в общем так, если ты женишься на этой тетке, то я женюсь на жене Григория Петровича. И буду матери всячески помогать. Потому что мать тебя реально любит. Это месть отцу? Да, потому что он поступил реально не по-человечески вообще. Слушай, Тимур. Давай, так, тебе всего 17 лет. Ты куда вообще лезешь? Ну, жене Кольцова 22. Пошел, выбрал легкий путь разбогатеть? Тебе мама тоже самое говорила. Ты что, спятил на жене Кольцова, ой, на дочке Кольцова жениться? Легкий путь выбрал, чтобы разбогатеть? Слушай, подожди-ка, давай-ка так. Я взрослый мужчина, и я сам буду решать, с кем мне жить и как мне жить. А я через год тоже буду взрослым. Я бы хотела, Ваша честь, пригласить своего свидетеля, жену Кольцову, Дарья Игоревна. Ну, Дарья, вот Кольцову. А что ты ее знаешь-то? Да я ей номер дал, чтобы она связалась с ней. Ну, давайте выслушаем. Раз человек явился, Кольцову Дарью Игоревну приглашаем. Кольцова Дарья? Да. Пройдемте в зал сюда. Здравствуйте, Дарья Игоревна. Здравствуйте. Как вы считаете, брак супругов Николая и Валентины сохранить возможно? Ваша честь, я считаю, что брак Николая Васильевича и Валентины Андреевны нужно сохранить. По поводу алиментов, думаю, Валентине Андреевне они не пригодятся. У меня есть свой источник дохода, и мы с Тимой отлично на него проживем. Простите, вы же замужем? Я замужем, но я хочу развестись со своим мужем. В суд вообще я пришла по просьбе Валентины Андреевны. Она попросила подтвердить, что мой муж реально поставил семью Моргуновых в безвыходное положение. Потому что Николай Васильевич разбил его машину. Для моего мужа люди – мусор, и он бы все что угодно сделал, чтобы вытрясти из Моргуновых свои деньги. Мой папа ничего бы не сделал с Колей, и ничего не сделает, потому что мы уже долг оплатили. А ты, Даша,
Ты на что собираешься жить? Ты собираешься отсудить у моего папы деньги и смотаться с этим молодым парменьком? Алина, а это не твое дело. Ты решила разбить семью Моргуновых, а с Николаем Васильевичем жить на доход от бизнеса, который купил отец. Да, ты можешь там втирать про мамино наследство и так далее, но только не мне. Ты все мамино наследство на мужиков потратила. Все мужа хотела себе купить, а тебя все кидали. И вот, наконец-то, ты нашла себе идиота, который возьмет тебя замуж. Потому что ты что сделала? Оплатила его долг. Я разберусь со своей жизнью. А ты еще слишком мала, чтобы меня учить. И вообще, я очень рада, что ты покинешь нашу семью. Катись ты с этим молодым пареньком куда подальше. И у меня, кстати, вопрос. Дарья Игоревна, простите, а вы уверены, что ваш супруг будет согласен на расторжение брака и согласен на то, что вы от него уходите вот практически к несовершеннолетнему ребенку? Да, ваша честь. Я уже разговаривала с мужем. Он даже не против, что я первой подам на развод. Ведь у него появилась новая молодая красивая девушка. И знаете, он мне уже на счет перевел крупную сумму денег. Так что скоро я стану свободной и обеспеченной женщиной. И да, Алина, я замуж выхожу по любви. И знаю, что Тима меня очень любит. А ты просто в очередной раз пытаешься купить себе любовь и опять останешься ни с чем. Оно тебе надо. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. А меня потом бросил и сбежал с моими деньгами. По-хорошему, надо было в полицию заявить. Но мы же все дуры, мы верим в любовь, что нас любят. И не замечаем, что нас используют. Супруги Петр и Мария Герасимовна прожили в законном браке всего 1.5 года. И вместе растили удочеренную девочку Нину. Сейчас мужчина подает на развод и хочет оставить ребенка с собой. Мария согласна развестись, но девочку отдавать не собирается, так как считает, что Петр хочет заполучить квартиру и деньги Нины. С кем же суд оставит богатую 10-летнюю наследницу? Оглашается решение суда. Иск супруга о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Иск супруги о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына удовлетворить. Взыскать с отца ребенка в пользу матери ребенка на содержание несовершеннолетнего сына алименты в размере 1/4 заработка или иного дохода отца ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Судебное заседание объявляется закрытым. Все, пойдем с тобой. Да, не переживай, все будет нормально. Ладно, давай, все. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Герасимова Петра Николаевича Герасимовой Марии Сергеевне о расторжении брака и определении места жительства общего несовершеннолетнего ребенка с истцом, а также о назначении алиментов на его содержание в размере 25% от доходов ответчицы ежемесячно. Ответчица Герасимова на развод согласна, но выдвигает встречный иск об определении места жительства ребенка с ней. В зарегистрированном браке 1.5 года. Общий ребенок Нина Петровна Герасимова, ей 10 лет. Спора о разделе совместно нажитого имущества между супругами не имеется. У нас присутствует представитель органов опеки и попечительства Крамаренко Татьяна Борисовна. Истец Петр Николаевич, пожалуйста, суду назовите, по какой причине вы хотите расторгнуть брак. Ваша честь, да поторопился я с этой женитьбой. Не ужились мы с Машей, поэтому и прошу развод. И дочку Нину прошу со мной оставить. А Маша пускай мне алименты платит на нее. Да. Мы с Машей познакомились чуть больше 1.5 лет назад. Я увидел на остановке женщину с ребенком, стояли с тяжелыми сумками. Предложил подвезти их до дома.
А потом Нина позвала меня на чай. Это было так трогательно. Ну, я увидел, какая Маша симпатичная, и не стал отказываться, согласился. Вот. А дома у них масса проблем. Обои отходили, розетки отваливались. Да и пол надо было подправить. Ну, ваша честь, я как настоящий мужчина стал помогать потихоньку. Я ведь одинокий, у меня нет никого. В Рязань он приехал вообще по приглашению приятеля. Он мне работу хорошую нашел, в сфере строительства позвал. Угу. Вот. И, ну и закрутилось. И вот поженились с Машей, и Нину я удочерил. Ну подождите, 1.5 года вы всего прожили, все вроде хорошо было. Какие основания-то расставаться? Маша, ну не моя женщина. Она зла и... Чего? Вроде... И работа у нее есть хорошая, и дочка вон подрастает, а все равно злая. Вы знаете, мы через месяц после свадьбы пошли в налоговую, ну, по делам. И там одна посетительница просто попросила на минутку зайти без очереди, просто спросить. Ну? Ты помнишь, как ты на нее орала? Да. Мы два часа там в этой очереди стояли. Ну ладно вам, ну бывает раздражение какое-то накапливается, и вот купишь да скажешь что-нибудь да плохое. Да вы понимаете, я думал, она в драку кинется. Я тогда в шоке был, а потом понял, что у Маши со всеми отношения не очень. И с соседями, и подруг у нее немного. Все из-за этой злости беспричинной. Да. А главное, ведь ребенок страдает, понимаете? Она ведь и на Нину тоже орет, когда меня дома нет особенно. Особенно, когда вас дома нет. Значит, вас дома нет, а вы слышите, как она на нее орет. Откуда вы знаете, что ваша честь, она плохо общается с ребенком? Оговаривает он меня, потому что я вообще на Нину не кричу. И грубого слова я ей ни разу не говорю. Да, я могу сделать ей замечание, это действительно так, но я никогда не унижаю Нину и никогда ее не обижаю. Он просто несет какую-то полную чушь. Петр Николаевич, непонятно. Ваша честь, я не только слышал, но и видел. Я как-то раз пришел с работы пораньше, и Маша на Нину прям орала. Нина плакала, бедная. Угу. А дело было все в том, что ребенок просто на школьный рюкзак поставил маленькое пятнышко. Я сначала решил, что, ну, бывает, устала, с кем не бывает, единичный случай. Но потом убедился, что случай не единичный, она очень часто на ребенка кричит. Что ты мне лишь, а? Да послушай, ты на нее орала, и... из-за супа пролитого, из-за дырки на колготках. И она кричала на ребенка все время, и мое терпение лопнуло, и я решил уйти. Маша, к счастью, не возражала. Конечно. Да, слава богу. Вот. Но вот Нину мы никак поделить не можем. Ваша честь, у меня сейчас и квартира хорошая я снял, и работа прибыльная. Но вот Нина мне очень не хватает, я к ней привязался очень. И я переживаю за девочку. Я боюсь, что Маша ее своими криками затюкает окончательно. Тем более, она ей не родная. И обращается поэтому с ребенком, как с собакой. Ты что, совсем что ли? Простите, вы 1.5 года назад удочерили? Да, да. Угу. Ну... После того, как вступили в брак. Нину удочерили 1.5 года назад и находились в браке с ответчицей. У ответчицы уже была Нина, да? Удочеренная. Поясните, пожалуйста. Мы с Ниной пережили большую трагедию. 8,5 лет назад у меня был муж, сын Егор. И еще я была беременна 2-м ребенком, и я очень надеялась, что это будет девочка. И причем Петр об этом прекрасно все знает. Я вообще не понимаю, как у него язык поворачивается сказать, что я издеваюсь над ребенком. Когда мой муж тогда, еще 8,5 лет назад, поехал с ребенком в деревню, они попали в аварию. Водителю встречной машины стало плохо, и на месте погиб водитель, его жена, мать Нины. А Ниночки тогда в машине не было. И в тот же день погиб мой муж, сын Егор, а от стресса у меня случился выкидыш, и врачи сказали, что я больше никогда не смогу иметь детей. Ну вот, короче, осталась девочка, 1,5-годовалая. Вот в этой аварии в живых осталась только одна девочка, и вы потеряли всю семью, и она потеряла всю семью. Да, у нее не осталось родственников, кроме деда по матери. Но он был старый, и ему Нина была не нужна, и вот тогда я подумала, что, ну... Мы обе одиноки. Понятно, да. Что мы обе, получилось, потеряли свою семью. И тогда я подала
заявление в органы опеки, и они, спасибо им большое, пошли мне навстречу, и вот я стала мамой Нины. Растила я ее одна, но у меня была тогда пожилая мама, и вот когда мамы не стало, мне помогала соседка, когда на работе была. Ну, в общем, у нас просто никого не было, и как вот после этого просто я могу издеваться над беззащитной девочкой, которой считаю, которую своей родной дочкой. Вот он просто вот... Мария Сергеевна, ну ладно, не пререкайтесь, конечно, сейчас с супругом. Скажите, пожалуйста, ведь вы согласны же на расторжение брака, верно? Да, да, я согласна на расторжение брака. Мы действительно не подходим друг другу, мы только друг друга раздражаем. Это точно. Алиментов я от него на ребенка не прошу, поэтому ну, проживем без него, как пришел, так и ушел. Угу. Татьяна Борисовна, мнение органов опеки и попечительства. Ваша честь, там крайне сложная ситуация сейчас сложилась. Значит, там так. Мы считаем, что Нина должна, конечно, остаться с Марией Сергеевной, с мамой. Хотя у нас, если так вот брать, то у нас Петр Николаевич, он у нас снял действительно квартиру хорошую, все. У него квартира съемная, у Марии Сергеевны квартира своя, собственность. И девочка с ней 8 лет, это ее дочка практически. Потом наши психологи общались с Ниной. Вот тут нас ждал сюрприз. Нина сказала, что она категорически не хочет жить с мамой, что она хочет жить только с папой. Маму она не любит, маму она боится. Ужас. Потом наша психолог Нину протестировала, и она у нее спросила впрямую: скажи мне, пожалуйста, а за что ты так не любишь свою маму? Что тебе мама такого сделала, что ты ее не любишь вот так категорически? Она сказала: а мама мне не родная. Мне сказал папа, что она меня усыновила, удочерила, и что я ей не нужна, и она никогда меня не будет любить так, как она любила своего сына, который погиб. Ты что ей наплела? Петр Николаевич, а зачем вы сообщили, что не родная мама? Случайно это произошло. После очередного скандала с Машей Нина просто рыдала, и она меня спрашивала, почему мама меня так не любит. Может, она мне вообще не мама? И я растерялся, я не знал, как ребенку утешить, что сказать. И я решил, что надо сказать ей правду, что девочка имеет право знать правду. Ваша честь, вот именно вот это вот, то, что он ей сказал, что мама не родная, Нина этого вообще не знала, ей 1.5 года было. То есть это маленький ребенок, который еле говорить только научился. Это мама, другой нет. Он ей объясняет, что нет, это не мама. Естественно, реакция девочки, если это не мама, он еще ей хорошо объяснил, он ей ведь все рассказал, что там ребенок погиб, и что она никогда ей будет... Для этого она нужна дырку, как говорится, заткнуть этим ребенком. И поэтому Нина не хочет с ней жить. Она и сейчас не хочет с ней жить. Она настаивает на том, что она не хочет. Но только мы никогда не отдадим ему, в данном случае, ребенка, потому что в данном случае у нас Мария Сергеевна права. Он знает девочку всего 1.5 года. Это абсолютно посторонний ей человек. Но в данном случае для Нины, конечно, он очень интересный. Но Нина у нас сейчас здесь, и я попрошу ее пригласить. Пусть она сама как-то озвучит всю эту ситуацию. Ну, девочка, мы не будем, как вы считаете, дополнительно травмировать, если ее... Ну, а что делать? У нее психотравмирующая ситуация уже от такого папы. И мы, ну, конечно, мы настаиваем на том, чтобы... Ее... Если вас не затруднит, Нину приведите, пожалуйста. Нина, пройдем в зал. Нет, вы знаете, вы вообще правы, это уголовная статья, так, для начала. Я тоже его родитель, такой же, как и Маша. Так, иди сюда, солнышко. Здравствуйте. Нина, привет. Здравствуйте. Привет. Скажи, Ниночка, ты с мамой хочешь жить или с папой? Я хочу жить с папой, ваша честь, потому что я узнала, что меня мама удочерила, когда я была маленькая. И она мне об этом не сказала. И получается, что она мне всю жизнь врала. А папа мне сказал об этом. И получается, что мама плохая. И я думаю, что я хочу пожить с папой, потому что я как раз была у него в новой квартире. У него рядом с домом есть парк. И зимой там можно кататься на бублике, на коньках. А у мамы рядом с домом нету парка, а только шоссе. Ниночка, милая, но при чем здесь бублик и парк? Ну, если тебе так нравится этот парк, ну, я тебя каждый день туда возить буду. Ну, неужели ты хочешь уехать от меня? Ну, что, правда? Почему? Ну, что я плохого тебе сделала? Я не хочу с тобой жить, потому что ты
Злая, ты меня не любишь. Ты со мной плохо разговариваешь, ты кричишь на меня. А когда я с мокрым рюкзаком пришла, ты хотела меня мокрым полотенцем избить. А когда я твою любимую чашку разбила, ты меня так смотрела, будто уничтожить хочешь. Еще папа мне сказал, что ты меня убьешь, когда мне 11 лет будет. Поэтому я тебя боюсь. Петя, гад, ты вообще что, совсем крыши поехал? Так, подождите, пожалуйста, секунду. Нин, сходи там, поиграй у психолога, там игрушки интересные, ладно? Пока мы сейчас тут поговорим, а ты сходи, поиграй. Спасибо тебе, дорогая. Ваш спасибо, честь, что все сказала нам. Спасибо. Ваша честь, мы настаиваем, чтобы девочка осталась с матерью. Они столько лет вместе, они как-нибудь допаладят. Петр дочь Николаевич, должна... вот вы да в каком честь. Сознании были, когда вот такие вещи ребенку говорили? Вы взрослый человек. Вы понимаете, что такое страх ребенка, когда он думает, что мама его убьет? Единственное живое существо, которое, отдав жизнь, будет его защищать, а ребенок думает, что это же существо его убьет. Вы что творите с ребенком? Ваша честь, мне Маша сказала вот открытым текстом, прямой фразой, что когда Нине будет 11 лет, она отправится туда же, куда отправился ее сын. Да что бы она вам ни сказала, зачем вы это ребенку передаете? Вы с ней, со взрослым человеком это решаете. Какого вы имеете право так психику ребенка уродовать? Вы понимаете... Послушай меня, урод. Я свою дочку люблю, а я ее воспитываю как родную дочь. И вообще она мне стала родной дочерью. Я не понимаю, как у тебя язык мог вообще повернуться, сказать маленькой девочке такое, ваша честь. Я прошу вызвать моего свидетеля, это Яковлева Светлана. Это бывшая сожительница Петра. Я увидела их переписку, позвонила ей, договорилась, и ее заинтересовала эта история. Она многое объясняет, и она согласилась прийти. Ну хорошо, может быть, она и для суда внесет ясность. Давайте Яковлеву Светлану Юрьевну пригласим. Карма на тебя настигнет. Но это невозможно. Карма. Ты зачем вообще все тебя это делаешь? Тебя не настигнет, Карма? Яковлева Светлана Юрьевна, пройдемте в зал суда. Вообще про убийства какие-то, про моего ребенка, про моего Егора сказал. Я потом скажу, что ты говорила на это. Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Здравствуйте. Как я понимаю, ранее у вас было знакомство с Петром Николаевичем, да? Да, ваша честь. И вот сейчас ответчик нам пояснила, что вы можете что-то сообщить суду такое, что имеет значение для дела. Ваша честь, я считаю, что эта девочка Нина должна остаться со своей матерью, пусть конечно. И не родной. Пете не нужна дочь. Он вообще детей не любит. А насчет алиментов, я считаю, что Маша молодец, что не просит их у Пети. Я бы тоже от него ни копейки не взяла. Он потом из-за этих алиментов всю душу вытрясет. Я узнала, что у Пети есть большие долги. И кредиторы до сих пор за ним ходят. А самое ужасное, что они с меня трясут. С меня до сих пор. Уже и времени прилично прошло. Уже 2 года почти после того, как он ушел от меня. А свои долги он до сих пор так и не закрыл. А я еще дура. Взяла кредит на 500 тысяч и отдала ему. Он сказал, что ему для бизнеса надо. А на самом деле нет у него никакого бизнеса. Ну так, ну подождите, какое это имеет отношение к нашему делу, к определению места жительства ребенка? Да такое, что нельзя отдавать ребенка такому аферисту и мошеннику, как Петр. Петя, он игрок. Он регулярно делал какие-то ставки и проигрался. И теперь сбежал от кредиторов. И я, когда он ушел, заметила, что наставил планшет. Залезла туда и увидела фотографию девочки и какой-то женщины. И данные, где они живут, фамилии с именами. И схему Нина, квартира, деньги со счета. Да. Вот я начала искать в соцсетях, потому что я думала, это Петины жена и ребенок. Ну, судя по фотографиям, начала искать в соцсетях, но Маша меня первая позвонила. Это было когда? Знак судьбы. Вот. Маша мне все рассказала про этот суд и Нину. А я ей рассказала про эту схему. Нина, квартира, деньги. Вот. И Маша сказала, что это много объясняет. Да. Ну вот. И попросила меня прийти сюда, рассказать, что за человек Петя. Ну, знаешь, на самом деле, насчет схемы я так ничего и не поняла. Ну, в общем, суд тоже ничего не понял, что значит. Ну, мало ли, 3 слова написаны в записной книжке. Ваша честь, я сейчас все объясню. Дело в том, что после гибели родителей Нины
У них осталась недвижимость, квартира и приличный счет в банке. Mm-hmm. Нина была единственной наследницей первой линии. Ну, вот отсюда корысть и схема. Он просто хочет заполучить Нину и остаться жить в ее квартире. Он ее отдаст наверняка в какую-нибудь школу пятидневку, либо еще хуже, интернат. И вообще просто забудет про нее. И я уверена, что он и ключик подберет к ее деньгам. Вот какой оказался. Знаете, я, наверное, раньше должен был об этом сказать. Ну, просто не знал, как даже подступиться к этому вопросу. О чем вы хотели сказать раньше? Дело в том, что я с Машей же не просто так познакомился. Это было не случайно. Я просто хотел быть рядом со своей племянницей. Простите, Нина, ваша племянница? Да, Нина моя племянница, родная. Потому что Володя, ее погибший отец, мой родной брат. Мы с братом были близки, но он в Рязани был, а я в это время на северах работал, деньги зарабатывал по контракту. И когда вся эта история случилась, я узнал, что брат погиб, и жена его погибла. Я хотел приехать, усыновить Нину, но, понимаете, контракт такое дело, там огромная неустойка. Да его... Какой контракт? У вас родная племянница осталась сиротой на улице рядом с трупами родителей. Какой тут контракт? Его, где был ты вообще? Его нельзя было разрывать, а потом я в больницу попал, травму получил на работе. Как написал родственникам, знакомым брата написал, они мне ответили, что Нину усыновили, а кто, они не знают. Вот. Ну, я решил, что уже выздоровлю и потом этим вопросом займусь. Вот. А потом поехал в Хабаровск, да, мне там работу предложили, кинули, правда. И вот Светлану встретил. Ну, то есть были какие-то поважнее племянницы дела в течение долгих лет, что вам некогда было заняться племянницей? Племянница-то где-то растет в усыновленной семье, и вдруг у вас просыпаются чувства. Я, понимаете, я думал, что у нас со Светой будет семья нормальная. Получается, спустя 7,5 лет у него просыпаются чувства прекрасные. Почти 8 лет, да. Я потом в Рязань приехал, я долго Нину искал. Спустя 7,5 лет. А меня потом бросил и сбежал с моими деньгами. По-хорошему, надо было в полицию заявить. Но мы же все дуры, мы верим в любовь, что нас любят. И не замечаем, что нас используют. Я прошу вызвать, у меня второй свидетель есть. Это кредитор Петра. Это его знакомый. Петр должен ему денег. И вот тогда, я думаю, сейчас... Это Макаров Андрей Александрович. Простите, пожалуйста, вот просто я хочу разобраться. То есть, как вы думаете, если бы вы не были ей отцом, как вот сейчас, вы усыновили ее, а были бы просто приходящим дядей, у вас бы было меньше шансов получить ее... Жилплощадь? Наследство. Или наследство? Дело или не в жилплощади. Я бы тогда не смог. Но я чужой человек, даже родной дядя. Но девочка меня не знает. А Маша ее воспитывала с малых лет. Кто бы мне усыновление подписал? А зачем усыновление-то? Любите ребенка и так. Ну, Маша мне еще понравилась. И я думал, у нас все получится. Семья настоящая будет. И потом я бы обязательно сказал, что я родной дядя Нины. Ну, просто не успел. Да, врет. Зато успели сказать, что мама не родная. Успели сказать, да, что мама хочет убить. Все успели. Mm-hmm. Только забыли сказать, что вы дядя. Ну, что мама говорила, это... то я и ребенку сказал. Да, это выходит ваша честь, за рамки понимания. Вот у меня есть свидетель, кредитор Петра. Он поможет прояснить ситуацию. Он расскажет кое-что интересное о Петре. И я тогда... Очень надеюсь, что это поможет оставить девочку со мной, несмотря на то, что... Ну, вы знаете, суд не очень любит разбираться с бизнес-вопросами, но если вы считаете, что это имеет значение для определения места жительства ребенка, верно, да, хорошо, суд удовлетворяет ходатайство ответчика и вызывает свидетеля Макарова Андрея Александровича. Макаров Андрей Александрович, пройдемте в зал суда. Отозвался. Какой он родственник? Ты бы меня близко к ней не подпустила. Дядя, чужой это дядя. Андрей Александрович, здравствуйте. Андрей Александрович, к вам будет несколько вопросов, которые касаются и определения места жительства ребенка. Но, как я понимаю, у Петра Николаевича какие-то долговые обязательства перед вами есть, да? Да, он мне должен денег, 1 000 000 рублей. Поясните суду, при каких обстоятельствах? Ну, он занял у меня денег, сказал, что на бизнес. Вот. И отдавать как мне не собирался.
И когда ему пригрозил, что я подам на него суд, он попросил меня подождать. Сказал, что скоро он решит свои проблемы, что он станет единственным удочерителем своей несовершеннолетней племянницы. Она очень богата, и он придумает, как добраться до денег ребенка и раздать мне долги. Простите, вот. Пожалуйста, он вам прямо это открытым, да, текстом, открытым текстом сказал? Или вы догадались? Нет, он мне открытым текстом сказал. Просто мне эти планы, поймите, омерзительны. И я не хочу с этим ничего общего иметь. Они каким-то криминалом попахивают. Я очень жалею, что связался с этим человеком. И я тоже. Ваша честь, да я... Ну, за кого вы меня принимаете? Я что, идиот, такие вещи вот постороннему человеку говорить? У меня даже мыслей таких не было. Ты что несешь? Ты пришел в этот суд? Да, я тебе денег должен. Но я не убийца. Ты мне сейчас что, убийство несовершеннолетней шьешь? Да я весь наш диалог на диктофон записал. Он мне денег должен, и мало ли что у него так, на Петр уме. Николаевич, вы как-то это прокомментируете, или нам нужно будет истребовать диктофонные записи? Я говорил, что я собираюсь погасить долги, да, и девочку я собирался усыновить. Врет он, но все, поймите. Врет, но он мне сейчас, поймите, он клеветал, мне убийство мне сейчас, попытка убийства шьет. Вот о наших долгах просто противны. Ваша честь, мы думали, что речь идет о разглашении усыновления. Тут вообще такая история. Мы просим все материалы нашего сегодняшнего дела передать прокуратуру. Не надо ничего никуда передавать. Почему? Ваша честь, это... Ну, я вижу, что все против меня. Маша собрала целую кучу свидетелей, компромат на меня. И то, что было, и то, что не было, и вот что мне сейчас шьют, это вообще не мой профиль. Я не убийца. И я отзываю свой иск о определении места жительства Нины и прошу меня просто развестись с ней как можно быстрее. Все. Да, Ваша честь, я прошу развести меня с этим телом прямо сейчас. Суд удаляется для вынесения определения. Хотел спасти девочку, да, от Мегеры. Но... Оглашается определение. Производство по иску супруга об определении места жительства десятилетней дочери и по его месту жительства и о взыскании алиментов на содержание ребенка прекратить. Суд прекращает производство по иску супруга об определении места жительства десятилетней дочери по его месту жительства и о взыскании алиментов на содержание ребенка, потому что супруг отказался от иска, и этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Решение суда. Иск супруга о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Иск супруги об определении места жительства десятилетней дочери по ее месту жительства удовлетворить. Определить место жительства несовершеннолетней дочери по месту жительства матери. Суд разъясняет матери ребенка, что при выяснившихся в судебном заседании обстоятельствах то, что супруг одочерял девочку в корыстных целях, она вправе обратиться в суд с иском об отмене удочерения. Судебное заседание объявляется закрытым.